Терончики. Так, что, по-моему, давно не было каких-нибудь прикольчиков, да? Каких-нибудь прикольчиков. И вот он. Вот он прикол, опять 500 пинга. Надо будет погуглить завтра. Снайпить будешь платине? Платине, кстати, заснайпить вообще почти нереально. Там, ну, очень много людей просто. В платине прям тьмущая народа. Так, отлично, у меня даже эти, ну... Радиопоинты не работают на пинге. Сейчас голданул, ну... Так, ладно. Хестром раба, может быть. Но мы будем все-таки, как истинный зерк, играть, как говорится, по реакции. По замедленной реакции, потому что пинг опять 500. И вот против терна. У меня реально против терна поднимается пинг. Ладненько. Пока он делает что-то не очень понятное мне. Клоп за Келлиган. Балансное обновление для тиранов. Ну, знаете, как бы смешно не было, но походу так и есть. Походу так и есть. Короче, у кого-то еще, да, пинг поднимается, когда против теренов играем? Коп за Керриган? А почему должен быть коп за Керриган? Так, ну что, показать вам мой скилл на теренах? Так, что мне надо? Вот так вот. Надо крипчика немножко располоводить. Немножко вот так. Так,
Мне, короче, нужна какая-то армия. Мне кажется, мне нужна армия. Для того, чтобы провернуть хитрую схему. Oh, yeah. Многоуважаемая публика в количестве 64 человека. ГО поддержим стримера лайком. Пусть думает, что нам нравится вот это вот все. Блин, все же знают, что вам ничего не нравится. Так, мне надо что-то учить, чтобы инфесторы умели делать это, что куда. Короче, мне надо срочненько подделать армию немножко. И выучить, кстати, скорость лингов, которую я так и не выучил. Короче, я не знаю, если сейчас это получится, это будет круто. Что строить за Терана? То есть у меня будут гидра, рочи, линги за зерга. Что подмиксовать за Терана? На казахский сервер, может быть. Так, все, готово. Установка готова. Все, готовимся к эпику. Почему там меха не будет? Там, может, и будет мех. Это зарезервируем место. Так, это будет 2, это 1. То есть, по идее, моя армия будет очень мощна. Масс медиваки. Сейчас проверим. Но если он будет идти в жесткий двухбазовый пуш, будет, конечно, тяжеловато. Оу, oh, yeah. Надо немножко гидра еще. Кто лайк не поставит, пусть тот постоянно в саплай блоке сидит и от дропа минуты выхватывает. И стенка, чтоб неправильная, чтоб линги пробегали, и чтоб только мулов накидала к тебе дарки и прибежали. Неплохо. Че, лосики не ставятся? Ладно, нормально. Уже еще один апгрейд можно выучить на гидру. А, у меня уже все готовы. Ну все, я думаю, он готов выдвигаться. Только мне бы хотелось, чтобы он выдвинулся в этот. Ну, не в просто пуш. А, выдвинулся в третью базу.
С минами там, где 200 лимита мин, там жестко. Я сам, ну, офигел, на самом деле, как они быстро масятся. Ну, типа, прям очень прикольно. Так. Где-то здесь сейчас будет мой пацан. Так, ползем, инфесторчик. Так, он показанец здесь, отлично. Мои ребята здесь построят. Нет. Ангмеги падак насмида. Чинва валью. Агуни гугак бако смида. Морумен мачаяжо. Так, пухляши, бегите сюда, блин. Че у них, ни у кого нету энергии? Энергия буджок합니다. Энергия оп하고 파워 업. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, играем, играем. Нам надо его в безопасность. Все, вот здесь наш фортпост будет. Тихо, 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 тихо. Черт. Так, ладно, этот тут где-нибудь пускай тусуется. Срочно. Это жестко. Так, а, что он не строит? Так, а ну следить. Они поменяли время неврального паразита или что? По-моему, раньше как-то подлиннее было. Да, если бы он строил за чужие деньги, было бы круто. Давай работай. Вообще короткий, короткий стал, смотрите, 11 секунд. Это реально занерфили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это нелегко. Ну почему я вин?
Как его убить можно? Блин, не убегай. Так, добывайте, ребятки. Мне надо одного рубить рабочего, чтобы немножко соплайчик освободился. Еее, все, поехали. Так, хорошо. Начинаем миссию. Дроп зеленга с адреналином. Сейчас, подожди, еще рановато для таких. Рай за его эту целеустремленность. Что, погнали с адреналинчиком-то, я надумал, развалим. Ой, да, не, ну с адреналинчиком прям хорошо. Так, нужны апгрейды. Я думаю, кстати, чисто боевого мне как бы хватает, да? Мне бы что-нибудь мехового. Меха не хватает. Черт, ЦЦ-ху нельзя это про это. Не-не-не. Давайте прям пожескочу, чисто масс-марики. Масс-марики и эти чуваки с адреналином. Торов? Ты уверен, что Торов? Их тут ждать надо будет пол игры. Ой, ща будет жесть. Так, а вы можете газ добывать из такого рудника? Да, могут, ладно. Что мне надо будет для Тора вот так? Я не спешу, но... Гостятня с ядерками. Гостятня с ядерками не нравится, да. Ядерка запустить, все. Ядерные зерги. Мы придумали название для этой серии, что у нас тут происходит. Это ядерные зерги. Так, тут все апгрейды. Так, он сюда попал. До сюда, кстати, крип пока не добрался. Так. Ну, даже инвиз, наверное, сильно не надо. Ой, сейчас будет. Ah, 그건 좀 움직여 볼까요?
Откуда здесь КСМ-ка, кстати? Ну ладно. Я, кстати, наверное, не помешает Шпильявский один. О, вот это он стимпачится. Смотрите, смотрите, куда он пойдет дальше. Надо учить инвиз, да. Ой-ой-ой-ой-ой! Убегай, убегай, чувак! Предатели! Так, надо срочно, срочно еще одна ядерка. Так, что мне там? Гост нужен побыстрее, да. Блин, вот разрушитель хат. Сейчас мы его разберем. Разберемся с ним. Его же оружием сейчас разберемся. Так. Мне нужны супер корабторы, я думаю, уже. Ну не знаю, это сейчас будет заруба прям суровая. Смотрите, мы отвлекаем эту планетарочку. Потому что на этой будет пожарище просто. Чё, ладно, предатель, ты это, чё-то слишком умный. Ядерки палить он будет. Ну читы, как ещё? Торами, блин, Терана, беднягу. На плюс... У меня так уже на Терана плюс 2 готово просто-напросто. Скоро там нюка готова? Опачки! Он спас их на медиваке. Да он надоел, реально, надоел. Надоел все спасать на медиваках. Хорошо, что у меня есть что-то, что стреляет по воздуху. Да, естественно, марики под стимпаком. Оу, да. Как этим контролить? У меня у всех какие-то разные кнопки. О, это суровейшая катка. Ну, торы тут даже пришли. Не, это ядерный зерк, это прям вообще ядерный зерк. До стимпака 3 таба прощелкивать. О, да.
Ха-ха-ха.